Вот все, что на этих магнитиках, мы с вами уже все обошли. Вот где кривые дома и башня, мы обязательно с вами сходим и посмотрим эту часть города. Это уже наш с вами последний обзор ярмарки. Разъедутся уже на следующей неделе и все. Эта сказка уедет. Да, ну конечно, ограничения шибанули по туризму, потому как в этой части вообще не пробиться раньше было. Тут тучи людей всегда были. Ну что, шли мы и дошли. Всем привет! Вы на канале «Всего понемногу» из Германии. За мной, ребята, красивый. Ну, я не скажу, что он там красивый или некрасивый. Это скромно по-немецки. Ничего там вычурного, знаете, такое, как я смотрю, такие по телевизору красоты показывают. У немцев все скромно, сдержано, без всяких там излишеств. Но, тем не менее, посмотрим. Это площадь перед нашим городским правительством. Знаете, я стою тут, надо уходить, потому как туда, если вовнутрь зайдешь, надо уже маску одевать. Там уже проверять сейчас начнут ваши документы на прививки и все остальное. А здесь хоть без маски можно сняться. Так что идем и наслаждаемся уже такими финальными нотками этого года. Туда, видите, базар уходит. Вот это самая главная наша площадь города. Чтобы попасть, надо вот в эту очередь сначала попасть. Вернее, отстоять, потому как здесь у вас проверят все документы, все знают, что сейчас неспокойное время, да? Но терять время не будем, потому как там такой хвост, и что-то там мы такого умного совсем не увидим. Поэтому я что-то погорячилась вам сказать, что я сейчас туда зайду. Здесь даже если не надо будет что-то, то быстро. Собаки тоже Рождество встречают. Вот такая площадь, центр старого города. И вот такой у нас здесь базар. В этой части вы, конечно, без проверки ходите, но нигде вы ничего не купите. Потому как проверяющий километр, и все они входят в гражданской одежде. Поэтому смысл рисковать. Вот видите, он сканирует код для того, чтобы вы купили булочку с колбасой. И если проверка, что-то будет не так, штраф, и закроют лавку. Вот первое место среди всех ярмарок я отдала бы вот этой точке. Свечи, они не только на Рождество хороший подарок. Гляньте, какие подсвечники красивые. То есть они просто украсят и без Рождества ваш стол, вне зависимости от того, что там нарисовано. Пейзаж разный, свечи разные, аромат разный. Вообще просто волшебное место. Здесь у нас все про свечи. Подсвечники, свечи, подставочки. Мелочевка всякая, видите, не разные формы. Вот такую можно купить. Таксисты куда ж без них, да? А без них на самом деле никуда. Это туристический центр. Тут сейчас мы посмотрим, что у нас прямо там за. Красивые ворота такие. Вот прямо это платные туалеты. Тоже вещь важная. Особенно в туристической части.
Ну, это просто дворик такой рождественский. Там стойки, и можно пить вино и все напитки вот здесь на доске правила входа. И обыкновенный дворик постоять, там обогреватели, тепло, светло, празднично и здорово. Кстати, ребята, надо про вот эти деревья почитать, что это за такие у нас деревья тут. Вот они зимой так смешно выглядят. Вы знаете, это предпоследняя серия о рождественской сказке. Следующее видео будет последним на тему Рождества. И мы с вами пойдем по городу искать скидки и смотреть, что у нас будет на Новый год. Будем что-то думать с вами, что будем готовить. Дадите мне какой-то рецепт интересный или хотя бы накидайте меню, буду очень рада свежим каким-то взглядом. Вы были на канале «Всего понемногу» из Германии. Люблю вас по-человечески. Всем пока-пока.